Одинцовские полицейские провели акцию «День здоровья», чтобы рассказать жителям округа о том, как поддерживать себя в хорошей форме, почему нужно избегать вредных привычек и зависимостей. И с радостью отметили, что среди собеседников оказалось немало приверженцев здорового образа жизни, которые охотно поделились своими секретами. У нас здесь хорошо, леса, есть где погулять, ну, бы хорошо. А так, ну, питание правильное, естественно, там, воды побольше пить, овощи, фрукты. Пробежки делаем небольшие, там, физические упражнения, там, по типу приседания или отжиманий. Потом уже начинаем, берем луки и начинаем стрелять. Жительница Барвихи Галина считает прогулку с внуками хорошим вариантом физической нагрузки. Много ходить и дышать свежим воздухом полезно для всей семьи, говорит женщина. Я вообще за здоровый образ жизни, за занятия физкультурой, поддержанием формы. Очень даже за. У меня зять занимается, вот в зал ходит по утрам перед работой с удовольствием, потому что работа сидячая, и мы сами. Я вообще просто всегда люблю быстро ходить. Подобные акции в округе проходят регулярно при поддержке общественного совета при УМВД. Их главная задача – предупредить и проинформировать, прежде всего, подрастающее поколение, как важно заботиться о своем здоровье. От этого зависит очень многое. Берегите себя. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».